Организовать себе отдых по нормам ислама. Туристические компании, рестораны, отели в России начнут сертифицировать по стандарту «Muslim Friendly». Такой целью задалась организация «Роскачество Халяль». На сегодняшний день разработаны нормы с участием муфтиятов из российских регионов, соответствующие международным стандартам. Как отмечают специалисты, популярность халяль-заведений продолжает расти с 2020 года. Особым спросом пользуются туры и халяль-отели на Мальдивах, в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Таиланде и Индонезии. В таких отелях особенный подход к организации отдыха. Значительное отличие от другого отдыха в концепции халяль-туризма – это разделенная инфраструктура в отеле. Допустим, это отдельные пляжи для мужчин, для женщин. Это отдельная зона бассейнов для мужчин и женщин. Это самая большая такая, самый большой плюс – отсутствие алкоголя в отеле. Также имеются молебные комнаты. И также на номерах все предусмотрено для отдыха мусульман.